So bleiben, so bleiben. Sehr gut. So, so bleiben. Mhm. Мне кажется, что режиссером надо родиться. Это та вот детская авантюра, взять инициативу среди маленьких детей и стать режиссером, руководить, создать мистерию, создать пластику, выдумать ее и замучить кругом людей своим артистизмом, пугать ночью маму, бабушку, переодеваться, превращаться то в тетку Чарлей, то в андерсоновских героев, вынимать из сундуков перья и превращаться в петуха или превращаться в какую-то жар-птицу. Это все меня преследует с детства, и мне казалось, что вот это и есть режиссура. Это не выучишь. Это надо родиться в утробе матери. И мало, что ты родишься аффективно такой, лабильный. Мать должна быть актрисой. Она должна передать тебе. А у меня и отец был артистичный, и мать. Экшн! Salaris, so agada chaliwara di, Salaris.
Reggel. Wat is mijn naam, mijn naam? Het is meer grote gang niet, ik hier kartjot. Mij had het naai. Мое детство, вот мой дом, это очень интересный дом со своими трагедиями, свадьбами, венчаниями, оплакиванием, похоронами. Ай, Тарджин. Мой отец был антиквар. В нашем доме появлялись очень много красивых вещей, старинных. И они проходили так, знаете, проходили. Их... Когда к нам приходили в Орлам, и вот вы фильм видели «Покаяние», приходили чекисты и стучались, мама быстренько снимала серьги и давала мне глотать. Я все детство глотал мамины кольца и бриллианты. Видишь? Ха, лавнеш. Дандах. В моем чреве были наши фамильные драгоценности. Экшен! Стоп! Я сперва играл на скрипке, потом кончил хореографическое училище.
Потом я учился в вокальном факультете. Потом педагог по актерскому мастерству сказал, что у вас выдающийся талант режиссера. Мне Министерство культуры выделило керосинку и овчинный тулуп. Я уехал учиться в ВГИК. А курс у него был интерес. Много очень талантливых людей, 23 человека. Многих уже нету. Ну, для нас, для всех, для Советского Союза большая потеря – это жизнь и творчество Тарковского. Я сделал Андреевич короткий, детский, магородкий фильм. Когда Довженко посмотрел, он сказал, я еще раз хочу посмотреть. И впервые в истории ГИКа экзаменационная комиссия, так называемая ГЕК, смотрел два раза картину. Я кончил у выдающегося мастера институт, у Савченко, а диплом получил из рук Довженко, который мне предложил и поехать на Украину, и работать там, в связи с тем, что у меня был уклон романтического кинематографа. Ну, первые мои фильмы не давали мне этой возможности, я снимал на Украине. Я на Украине сделал 8 фильмов, 9-й был «Тени забытых предков». Это было уже время, когда я зашел на свой материал, на свое понимание, на свою народную тематику, где была этнография, где был Бог, где была любовь и где была трагедия. Это материал соответствовал моему отношению и к литературе, и к кинематографу. Пусти, братик, пусти! Режиссура в основе. Это правда. Но правда, вознесенная в образ печали, надежды или любви, красоты. Я иногда рассказываю сценарий и спрашиваю, как вы думаете, это я выдумал или это правда? Все говорят, это вы выдумали. Нет, это правда, которую я додумал.
Я сделал этот фильм, но после этого произошла трагедия. Я армянин, жил на Украине, делал украинскую тематику, получил 23 золотые медали. Первая была в Мар-дель-Плато, последняя была в Кадисе. Я обрел какую-то популярность и признание народа. Народ украинский благоговел передо мной. Жена была моя украинка, сын был украинец. Прообразом моего благоговения перед народами – это моя любовь, христианская любовь. Я ж проповедник. Что мы такой режиссер? Мы читаем проповедь через экран, объясняем все в любви. Что я мог выразить больше в Украине, где у меня родился сын, где жена моя украинка Светлана Ивановна Щербатюк, такая гарная и красивая женка. И почему я не должен благоговеть и не говорить на... Это дразнило их, что я на Украине размовлял тільки на украинской мове. Все было будто бы хорошо, но это не устроило какие-то круги. Я был изолирован, я сел в тюрьму сроком на 5 лет и пошел на строгий режим. Обычно говорят, вот вы обижены на Советский Союз, что вы сидели в тюрьме. Да, меня советская власть, оказав ко мне жестокость и бесцеремонность, обвинив меня в основном в украинском национализме. Я же армянин, стал автором «Тени забытых предков», который дал целую... И Аненский, отвратительный киновед, написал... «Тени забытых предков» – одно из поразительных и трудообъяснимых явлений советского кино. Его снял армян, слушайте внимательно, его, вот что меня погубило, за это меня арестовали, его снял на киевской киностудии армянин Параджанов по мотивам украинского автора Михаила Кочубинского. И вдруг пораженное правительство, которое сейчас, так сказать, живет, этот Шептицкий или Шербицкий, он сказал так, как это Параджанов не русский, он армянин, убрать. Machen wir ein Tableau. Guckst du einfach,
Genau. Denkst du an deinen Film? Thank you.
Крак, Акацет, Акацет, Дун Крак, Акацет. Mach mal so. Schach, 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 schach. Komm, kommst du raus? Персона литературная, но там ни одного исторического факта нет. Там вымысел мой авторский, это собственное мое произведение, где и костюмы, и музыку в какой-то степени делал я. И я ближе всего по произведению. Это все-таки Сайт-Нова фильм. Кинематограф может быть статично изобразительно, как статичная миниатюра, но иметь внутреннюю глубину, внутреннюю пластику и внутреннюю динамику. И потому Сайт-Нова резко отличается от предыдущей картины, когда я пришел к армянской миниатюре, церковной, духовной и поэтической, что кадр статичный создал во мне удивительную вот такое благоговение. Չեն գարդախ վետ եմ ասոպ լիտան, դա չույն ծխորդան զիսպշ սակաոս դարչեն իլթա կան գիմզադետ արկի աբրեշում իսա, ռատա սայիքիոս էպ էլատաղմոպրինդ է.
Das darf nicht klappen. Dann in den Hintergrund, das wird auch von den Augen, so wie auch da. Դուլը կեցիր մեզ ու հերացար, իսկ մենք դեսապրողներս պատենավորեցինք կեզ բոժոժով, որ դուրս ճախրես դուք ու այն նոր աշխարում որպես թիթեր։ И чем больше говорили, что я талантливый, тем больше меня зажимали. Потом меня изолировали раз. Потом меня второй раз опять растили. Мне приписали 340 членов КПСС, будто бы я их изнасиловал. Это я могу? Вот представьте, я уже не могу просто курдянку изнасиловать. А я изнасиловал 340 членов КПСС. Я был жестоко оскорбленного убран. Все мои друзья были оскорблены, их таскали на медицинский стол. Великие люди, операторы, Сурен Шахбазян, мои друзья, Миша Гричук, всех уложили на стол определить, насиловал я их или нет. Вы понимаете, какая трагедия произошла? Это что, вот так просто простить? Я только добротой выжил. Добротой. И своеобразной жестокостью выжил три зоны рецидивной, где рисковал каждый день стать из активного гомосексуала, который мне приписывали, мог превратиться в пассивного, если не моя жестокость и моя доброта в сочетании. Я стал священником на зонах. Я слышал исповедь. Каждый человек, исповедующий мне, мне каждые 6 месяцев меняли зоны. Я имею в фондах удивительный сценарий. Каждая исповедь заключенного, уголовника, рецидивиста был гениальным сценарием. Для меня изоляция в лагерях Советского кодекса была трагедией того, что я мог растеряться и лишиться и профессии, а может быть, стать и уголовником навсегда, потому что среда тяжелая. Это рецидив, это вторые, третьи, 7 судимостей. Люди опасны для социального общества. Я попал в эту среду, и меня выручило то, что я начал заниматься
искусством. Я начал рисовать. По окончании моего срока, 4 года 11 дней, с помощью Луи Арагона, Эльзы Триоле, моего друга Гербел Маршалла, американца, и Джона Абдека, я был освобожден условно-досрочно на 11 месяцев и 18 дней раньше. Кроме этого, я еще нравился заключенным. Я взял на себя миссию исповеди. Я слушал их исповедь. И каждая исповедь рецидивиста, который шептал мне на ухо свою трагедию или свое преступление, была удивительным сценарием или удивительным новеллой, которым я обладаю. У меня 100 новелл, 6 сценариев. 4 из них уже вот живут и будут запущены в производство. Остальное во мне как тайна. Или это останется на экранах, или в литературе, или уйдет со мной навсегда. Вот в тюрьме, в условиях полной изоляции, я сделал одну из своих любимых работ. Это плачущая Джоконда. Как оплакивает меня Джоконда в случае, если я погибну в изоляции. Вот это мне помогло прожить 4 года и 11 дней, создавая каждый день коллаж. А мы-то не это примерно насчитывается 800 работ. Страстями к куклам, любовь к куклам. Я не могу пройти мимо одной свалки, чтобы не найти там для себя предмет для коллажа. Будет это разбитая бутылка или старая консервная банка. Все это у меня вызывает просто вожделение, страсть. Обладать этим и выразить ее. Тут шляпы Анны Карениной, My Fair Lady, тут и НЭП, тут и шляпы, такие памяти, шляп моих теть, которые у меня были богатые, красивые тети, которые приходили сюда. И меня удивляло, когда они прокалывали свои головы этими иголками, и не текла кровь. Совсем еще мальчишкой я был потрясен этими шляпами. И мне удалось вот сделать 40 шляп, которым я выразил свое отношение к своему детству.
Ну вот, если говорить о своей судьбе, вот иногда мне, я сам себе вопрос задаю, у кого потребовать ответа на 15 лет простоя, полного простоя, без зарплаты, без средств на существование, окруженный сплетнями, недоверием, изоляциями, подряд все-таки. Я единственный советский режиссер, который 3 раза сидел в советской тюрьме. Я сидел и при Сталине, сидел и при Брежневе, сидел при Андропове и, вероятно, буду сидеть тоже чуть позже за что-то неизвестно. Кто принесет извинения гражданское, кто компенсирует, кто даст мне элементарные права на жизнь. Вот посмотрите, я сплю с зонтиком. У меня есть зонтик дежурный. Я сплю с ним, потому что на меня льется вода. Я не скрываю это. Мне это нравится. Это вызывает зависть у моих творческих друзей, что я вот в этих условиях, когда протекают потолки на меня, вот так, как у Тарковского фильма «В ностальгии», все время вода. Я вот сижу так в луже здесь. А я работал и страдал на 3 деспотах. Деспоты были там, в Кремле. И сегодня перестройка снова ищет кардиограммы времени. Может быть, когда-нибудь выйдет книга от такого-то года до такого-то. Такая кардиограмма. Понимаете, Сталин шел вверх и опускал цены на носки. И народ был доволен. На носки опустили 2 копейки, и каждые полгода Сталин опускал цену на носки и на майку, а хлеб оставался тот же. Вот когда будет сделана кардиограмма, каждый фильм, сделанный в те годы, вообще в Советском Союзе, не только мои, он есть кардиограмма испуга, кардиограмма страха, что у вас отнимут картину, и вы умрете с голоду. Срулият საქართველოს მეფედან ხედართ მთავარი გილოცავთ სურამის ციხის მშენებლობის დაწყებას. Thank you.
Сегодня он последний раз, вы увидите с волосами, он завтра сбреет это и станет абсолютным персом. Пойди музыку попусти. Музыку пусти быстренько. В моем творчестве обычно обвиняют меня, что у меня актеры средне играют. Ну, я очень уважаю систему Станиславского, но не хотел быть автором фильма, где мои актеры по системе Станиславского, непонятно, что это за система. Я предпочитаю найти типаж. Вероятно, это восхищение мое идет от Пазолини. Я не скрываю этого. Громче еще! Внимание! Молитва, мама! Мать, молитву! Аллах, на небо смотри! Мотор! Есть! Торжественная! Торжественная! Поехали! Когда выйдешь, скажешь. Является мусульманской Библией. По отношению героя к природе, к юмору, к женщине, к злу и к красоте. Надо воспитывать, преподавать предмет искусства. В школах это не преподается. Не преподается кинематограф. Не преподается дружба народов, иначе не было бы геноцида и войны с Азербайджаном. За что? За что проливается кровь сегодня? За что? За то, что неправильно понята гласность. Они думали, вот так выйдут с лозунгами, я дадут земли. Если сегодня отдать землю, завтра надо им отдать Арарат. Вот так передавать земли. Где лучшие памятники Грузии? Вы знаете, что лучшие памятники Грузии – Хахули, Ошки и Ишхан на турецких землях? А где столица Древней Армении? Она в Турции. Где гора библейская? Где Арарат? На гербе только у армян. Они могут только видеть в тумане извергающих газов машин, утопающую сиреневую гору, красоту и мечту армян. Это прелестные рисунки, я считаю, это лучшее, что я увожу из Германии. Это вот рисунки детей. Но это остальные фотографии, это мои работы, вот, которые я здесь выставил, вот это мои блюда декоративные. Я привез всего 20 работ, их очень мало, но они дают впечатление о моих отношениях. Это уже работы как художника и как режиссера, который ищет пластики. В данном случае вот эта работа, это я дарю матерям Мюнхена, которые потеряли войну своих сыновей.
Вот, а Фауст, это проблема номер один. В Германии, вот правительство Германии, западное или восточное, или ФРГ, или ГДР, это не важно. Я считаю, это великий немецкий народ, пока разделенный стенкой. Дух их связан, история у них одна, и будущее тоже одно. Единственное, что хотелось, чтобы в проблеме было бы не то, что Германия может вложить как продюсеры деньги и снимать что хотите, во имя того, чтобы было бы дело. Надо еще думать, что снимается. Фауст – это проблема номер один для того, чтобы воспитать будущее поколение. Это уже не перевоспитаешь. Оно живет на ритмике современных телевизоров, оно жует жвачку, оно носит определенное. Но будущее поколение, оно придет к удивительному очищению. И мы, вот художники, режиссеры, политики, должны думать в первую очередь о воспитании будущего поколения. Потому что будущее поколение – это уже сидящий в чреве маленький немец, которому нужен Фауст. Потому что без Фауста он не будет великим немцем. Что перед Арменией я обязан и должен снять вот фильм «Исповедь». Это уже моя личная Библия. Это моя мать, мой отец, мое детство, мои изоляции. Это мои сны, сновидения. И это удивительная трагедия, когда в городе убирают кладбище, чтобы сделать парк культуры имени Кирова. Кладбище уходит, и приходит имя коммуниста Кирова, патриота советского, а уходят призраки. Им некуда идти, они идут ко мне, потому что я их прямой наследник, а я не могу их принять, потому что мне надо сообщить и в полицейский участок, милицейский, что они у меня ночуют. Они, которые никогда не видели электричество, не видели агентов госстраха, не видели не видели зло. Они, то поколение было добрее, они просят у меня остаться. Я должен умереть перед ними, чтобы доказать, что я их люблю. Невозможно, да? Перепечатать, да? Здесь продавали на углу по 8 с копеек. Очень хорошая картошка сейчас появилась. Армянин. Снимайте.
Что сделает? Что он сможет кино снимать, я не уверен. Он в очень тяжелом состоянии. Понимаешь? Он очень тяжел. Там лучше, конечно. Интересно, ребята приехали, успели. Я же очень рано. Да, после той. Сегодня ведь у меня праздник. Мне Армения, великая моя республика, построила трехэтажный дворец, где будут выставлены мои 800 работ, сделанных в тюрьме, сделанных на свободе. Куклы, букеты, шляпы, лифчики, костюмы. Двор замкнулся. Здесь будет балкон. Вот эта часть будет жилая вроде для вас. И вот это строительство завершается. Фильмов я сделал мало. Я был рассчитан по энергии на большее количество фильмов.
и на более сложные. У меня остается в наследии 23 сценария нереализованных. Судьба мастеров кино, театра, сцены. Мы не все. Какую-то часть мы уносим с собой, и это превращается тайной. Nein, nicht lachen. Ach so. Scheiße. Und einmal an mich gucken, bitte. Alle zusammen. Löse doch mal. Was ist los?